Всеми любимые наггетсы теперь можно легко приготовить дома. Для этого понадобится куриное филе, мука, сыр и растительное масло. Приготовить их можно всего за полчаса. Вкусные, нежные и сочные – это домашний Макдоналдс. Куриные наггетсы по классическому рецепту. Минимум усилий, и на вашем столе уже за полчаса будет готова потрясающая закуска. Некоторые любители компании готовят такие наггетсы к пиву, добавляя в панировку больше приправ и соли. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. 1. Минимум ингредиентов и усилий, и вы сможете наслаждаться куриными наггетсами, как во всемирно известном ресторане быстрого питания. Для приготовления нам понадобится куриное филе. 2. Натираем сыр на мелкой терке в отдельную посуду, в другой емкости разбиваем куриные яйца, солим и приправляем их, после чего хорошенько разбалтываем вилкой. 3. Теперь остается дело за малым. Нарезаем куриное филе полосками средней ширины и длины, обваливаем их в муке, а затем в яйце. 4. И в завершении, обмакиваем наггетсы в сырной крошке. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. 5. Отправляем филе жариться на растительном масле, на среднем огне, обжариваем с двух сторон до золотистой корочки и промакиваем бумажным полотенцем. 6. Вот такими они получаются в готовом виде. Приготовьте дополнительно к наггетсам сырный, томатный или майонезный соус. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Куриное филе, 500 грамм, сыр, 200 грамм, яйцо, 2 штуки, мюка, 100 грамм, соли, приправы, по вкусу, растительное масло, 100 грамм, количество порций, 10. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Всем пока!